Год назад, стоя на вершине телебашни, я видел, как ракеты падали на ботанический сад, обращая всех живых существ в пепел, плавя металл и стекло. Никто и ничто не могло выжить в этом аду, но Хан нашел там черного. Теперь мой долг и моя миссия — найти и уничтожить его, завершить начатое. Ну, Артем, пред пару тижнями си то посрал, же пустил си на ни ракети, а трябва да си иди захранювач. Но... Так помена то. Вълко не би нич. Раньше все это было обычным делом, а сейчас монорельс кажется фантастикой. Наши дети уже не будут знать, как им пользоваться. А внуки вообще будут... А что бы ходить метро, чтобы ходить по цистернарме? Прибыли. Это станция секретного метро 2. Туннели мы толком не изучили, нет времени и людей. И вы тут не за этим. Вау! Закруто. Эски. Ну, это снайпер. Я попробую подать напряжение, врубить свет. Пока пользуйтесь фонарями. Ну, баба, хотим тебя видеть, что с таким кусом железа себе же надо цепитать. Вперед! Ясно. Осторожно, двери закрываю. Удачи, ребят. Примета нам сейчас, кстати. Кстати, Артем. Вы с моим отцом тоже тогда ведь на монорельсе ехали. Ракеты на рассадник черных навалили. Власне, что добру карму можем стрелять по... Тогда все нормально получилось. Крисах? А смысл не мал. Ладно, после напряжение кинесать. Есть. Открывай ворота, я держу проход. Молодец, справился. Ну, чуть-чуть так-то... Вот волки будем сидеть прикликовать. Выдвигаемся. Так, по плану впереди вход в коллектор. А? Иди вперед, я за тобой. Важный коте. Мудрочка. Давай направо. Слева тут. Что-то испугнуло. Я просто турень прескумам. Я уже. Направо, налево. Так, лестница. Осталось совсем чуть-чуть. И посмотрим, кролик ты или кто. Поверхность. Надевай противогаз. Сейчас зайчка. Ведь трещина. Паучинки выпалим. Хе-хе. Роби. Вау. Хантер учил меня своих не бросать. А, книга. Добре, читать будем потом. Таки тут будем стрелять. Окей, takže to bylo všetko. Tak pojďme hore. Не дури, надел противогаз и двинули. Ясно, препач. Хватит пялиться на мою задницу, кролик. Не для тебя цвету. А как мам аж так чуметь, когда идем горе ребриком, а ты сад репала права?
Значи терас. Помоги-ка. Ти наче си шла първа, ти не влазеш. Потребиш поредни пропуску руку. Двигаемся к главному входу. Упс. Там удобная позиция. Смогу держать большую территорию. Ты же вроде неуязвим для их воздействия, так? А я простая девчонка. Мне туда соваться нельзя. Ну, они... Эмичка, вертольник, не? Ясно. Ну, вот он бы сам тогда зашел. Извините, тут все это выкосили. Теперь слушай внимательно. Ты идешь вперед, ищешь тварь. Думаю, раз ты тебя так любили, черный тебя почует из тамы. Старайся оставаться на виду. Я буду тебя прикрывать. Как бежишь? Можешь на меня рассчитывать. Если вдруг у тебя дрогнет рука, я не подведу. Ладно, удачи. Же. Вау, Кливенерс. Стал он сама что учить. Как ты джамп. Там будет горе, а как же снайприть? Добре. Takže máme vtačieho koči, jak se to volá. Dohľad na nás. No čo hovorí hodinky, koľko ešte kyslíku máme? Myslím si, že už žiaden, že filter je v ťahu. Vynulovať čas. Dobre, takže máme nejakých 7 minút. Ter. Ja na mieste. Vížu teba. Tak, slušaj. Pravda do tých pôr, že to čedit. A хорошо, вы тут все отутюжили. Одни воронки. Странно. Только времени прошло. Что-то может гореть. Впрочем, не важно. Двигай в том направлении. Я прикрываю. А, там я. А когда ты някак летают, тебе что, так кто будет крить тебя, чё? Барбина. Есть какое-то движение. Приготовься. Сейчас я по ним поработаю. Это не чёрное. Только же меня трофила. Держи, сейчас еще набегут. Еще тройка, работаем. Перезарядка. Еще! Смотри за камышами. Бей, набей. Перезарядка. Готов. Ага, цокнуть это иди, а? Так, вроде все почистили. Ты цел? Так же первая акция за нами. Эй, ты цел там? А не такой уж ты и кролик. Эй. Ты плохо справляешься, Артем. На краю воронки. Там что-то есть. Дерево мешает разглядеть. Нет. Ничего не так, давай влево. Там есть обход. Как мне кашпина вода. А не мог только на камень.
slyším něco a nevidím nič. Ty čo si? Zaflakalo mi to masku. A ty chceš olova? Vlastně s dobrou karmou, mal bych se tady... Na dva časa. Вот же он. Мелковат, но с виду черный. Ну что же ты, давай! Бежим, бежим. А, блин. Если я с, не, вот с ним хотим порасправать. Обходи слева, он еще там. Беру на мушку. Оу. Звонися. Постой. Он должен быть тут. Следи за тобой. Прыгай к мишу. Сейчас я ему гаду. Чемаму. Налево. Так же само. Черт. Направо. Он прямо на тобой. Осторожнее. Готов. No, si v bezpečí, to na nás nevidí, takže hodíme reč, kamo, to čo robí? On zmizikuje? Hej, ale to je nejaký malý. Aj taký škaredý. Гутен Морген. О.